The past, прошлое и будущее. Лучшее место для отдыха. Но досягаемы ли они? Это может случиться в ближайшие годы или десятилетия. Когда вы путешествуете во времени, начинают происходить странные вещи. Представьте, что все может измениться так радикально, что вы встретите себя в прошлом. Некоторые люди уже совершили это путешествие. Вы можете проскочить в будущее, состарившись лишь ненамного. Это же потрясающе. Разгадывая вместе с нами тайну путешествий во времени, вы узнаете, возможно ли это. Из всех загадок Вселенной, путешествие во времени – самое интригующее. Клиффорд Джонсон, Университет Южной Калифорнии. Время само по себе притягивает нас. Мы начинаем думать о том, как бы обмануть время, вернуться в прошлое, чтобы изменить все там. Путешествие во времени означает возвращение назад или прыжок в будущее. Но пока каждый из нас застыл в настоящем. Однако ученые ищут возможность освободить нас от душных объятий времени. Теория относительности Эйнштейна, в которой время играет ключевую роль, оставляет открытым вопрос о путешествиях во времени. Наша лучшая теория времени, то есть теория относительности, не запрещает путешествие во времени, по сути. Некоторые вещи, которые мы не до конца понимаем, могут улучшить теорию. Но, похоже, в теории относительности есть сценарии, которые позволят нам вернуться обратно во времени. Путешествие назад во времени кажется невероятным, поскольку есть только один путь вперед. Физики называют это стрелой времени. Шон Кэрролл, Калифорнийский политехнический университет. Стрела времени означает лишь тот факт, что время движется всегда из прошлого в будущее. Вы помните прошлое, но вы не помните будущее. Вы можете сделать так, что в будущем что-то случится, но вы не можете что-то изменить в прошлом. Вы можете снять видео о том, что происходит в повседневной жизни. Например, вы добавляете сливки в кофе, а затем прокрутите его обратно, и все станет очевидным. Сливки уже в кофе, обратно их не достать. Эта стрела делает время улицей с односторонним движением необратимых событий. Мы понимаем это интуитивно, в основе каждодневного опыта. Вы можете разбить укладку на бильярдном столе, но не ждите, что шары сами вернутся обратно. Вы можете разбить яйцо, но вы не можете затолкать его обратно. У времени есть эта стрелка согласно фундаментальному закону физики, который гласит, все во Вселенной движется от порядка к хаосу. Поскольку Вселенная стареет, поскольку мы движемся из прошлого в будущее, всю разницу между прошлым и будущим мы можем суммировать, сказав, что Вселенная движется к своему концу. Вселенная движется от четкого и упорядоченного состояния к хаосу и бардаку. Например, у вас есть тарелка, хорошая, целая, и вот она разбивается, наступает беспорядок. Это естественно. И если вы попытаетесь склеить тарелку, ваше действие выпустит в окружающую среду достаточно энергии, чтобы создать еще больше беспорядка во Вселенной в целом. Но в экстремальных условиях стрела времени может быть изогнута. Вернемся снова к теории относительности. Эйнштейн показал, что гравитация таких массивных объектов, как планеты, звезды и черные дыры, может стать причиной изгибания времени. Самое любопытное то, что он показал, пространство и время могут соединяться в нечто единое под названием «пространство-время». Это означает, что всякий раз, когда искажается пространство, искажается и время. И ничто во Вселенной не может искривить пространство-время сильнее, чем супергравитация черной дыры. Представьте, что гравитационное поле столь мощное, что пространство и время закручиваются назад сами на себя. Вы стартуете с одного места, двигаетесь вперед во времени, а затем возвращаетесь в ту же точку, с которой начали.
Когда стрела времени сгибается, чтобы встретить свой хвост, создается бесконечная петля, в которой одни и те же события происходят снова и снова. Если время скручивается обратно, и Вселенная повторяется снова и снова, каждый момент времени просто повторяется бесконечное количество раз. Такая бесконечная петля любого сведет с ума. Но представьте, что путешественник во времени может оказаться в прошлом без постоянного повторения. На этот случай есть другие препоны. Самыми запутанными являются противоречия и парадоксы, которые возникают, когда мы лезем в прошлое. Самым знаменитым примером противоречия при путешествии во времени является парадокс дедушки. Это происходит, когда кто-то возвращается назад во времена своего дедушки. Представьте, что я отправился в прошлое на машине времени и встретился с дедушкой в 1937 году. Он собирается пойти на свидание вслепую с моей бабушкой. Они раньше не встречались. Но я убеждаю его идти на свидание. Он интересуется скачками, и я говорю ему, что сегодня на скачках в Санта-Анита участвует лошадь по кличке Галета, и она должна выиграть. В таком случае, что будет со мной? Как может быть, что я родился, отправился назад во времени, встретился с ним и сделал так, чтобы я не родился? Это и есть пример противоречия. Такая петля времени бессмысленно. Но если путешествие во времени возможно, природа сама должна найти способ обойти эти противоречия. Физики абсолютно уверены в одном. В конечном счете, Вселенная разумна. Все в физике и в науке в целом последовательно, разумно и все имеет смысл. Если хотите, это основополагающий принцип. Физики предполагают три пути, по которым пойдет природа, чтобы избежать парадоксов путешествия во времени. Первый, самый простой. Природа избежит парадоксов, сделав путешествие во времени невозможными. Иными словами, этого не может быть, потому что быть не может. Альтернативой является странная идея множества вселенных. Алекс Филипенко, Беркли. Путешествие назад во времени можно осуществить, если вы попадете во время оного в параллельную вселенную. То есть это не повлияет на историю вашей родной вселенной. Все, что может случиться, случится. Но случится в параллельной вселенной. Вот такая странная мысль. Не правда? Третий вариант решения проблемы парадоксов – путешествия во времени возможны, но вы не можете ничего изменить в прошлом, пока там находитесь. Чтобы это продемонстрировать, возьмем простейшую ситуацию с шарами на бильярдном столе. Представим, что стол — это машина времени. Если шар попадет в лузу, он окажется в кротовой норе и вылезет из другой лузы раньше, чем попадет в первую. Это и есть машина времени. А теперь представьте, что шар еще не упал в первую лузу. Вылез раньше и ударил сам себя, прежде чем упал в первую лузу. Это отклонило его с траектории. Он не попал в первую лузу, это не позволило ему вынырнуть из второй лузы и отклонить шар от первой лузы. Возникает парадокс. Однако идея последовательных решений помогает нам избежать парадокса. Предположим, что выскочивший из второй лузы шар может ударить себя только так, что он обязательно попадет в первую лузу. Тогда возникает последовательная петля, и парадокс невозможен. Мы считаем, что природа всегда выбирает такое решение, которое обязательно будет последовательным. И именно так. Иными словами, решение ни в коем случае не допустит парадокса.
В таком случае, Клиффорд Джонсон может вернуться в 1937 год и встретиться со своим дедушкой. Однако, несмотря на все свои усилия, он не помешает дедушке встретиться с его бабушкой, что в дальнейшем позволит Клиффорду родиться. Так или иначе, Вселенная не позволит ему изменить историю. Однако путешествие по стреле времени в будущее нам не стоит тревожиться насчет парадоксов. Путешествие в будущее – самая простая штука в мире. Каждую минуту вы путешествуете на минуту в будущее. Единственное, что мы можем изменить при движении в будущее относительно других, это двигаться с разной скоростью по сравнению с остальными. Машина времени, которая подбросит нас в будущее, основана на теории Эйнштейна о скорости и времени. Чем быстрее вы движетесь в пространстве, тем больше замедляется для вас время по сравнению со стоящими людьми. Хотя от такого может запросто снести крышу, тем не менее, это подтверждено экспериментами. На реактивные самолеты и ракеты устанавливались часы, и они двигались на определенное расстояние с большой скоростью. И когда в конце путешествия были измерены эталонные часы, они ушли вперед во времени чуть меньше, чем такие же часы, оставшиеся в покое на Земле. Этот эффект называется расширением времени, и его можно использовать при путешествиях в будущее. Собственно, это уже сделано. Русский космонавт Сергей Крикалев провел более 803 дней на орбите, путешествуя со скоростью 30 тысяч километров в час, и стал мировым рекордсменом в путешествиях во времени. Хотя это вряд ли скажешь, глядя на него. Фактически, получилось так, что для него все происходило на 50-ю долю секунды в период времени медленнее, чем для всех, кто остался на Земле. Но расширение времени начнет сказываться лишь тогда, когда вы разгоните машину времени до скорости света. Идея в том, что часы на Земле будут идти с обычной скоростью, в то время как ваши часы в пространстве будут идти медленнее. Когда вы вернетесь, окажетесь в будущем. Предположим, например, что вы захотели отправиться на 500 лет в будущее. Чтобы отправиться на 500 лет в будущее, вы должны двигаться в течение 7 лет со скоростью в 99,99% от скорости света. Когда вы вернетесь, вы станете старше на 7 лет, а на Земле пройдет 500 лет. Однако главной проблемой при строительстве машины для путешествия в будущее является выбор горючего для разгона космического корабля до такой бешеной скорости. Нет законов физики, запрещающих вам разгоняться до скорости света, однако ваш космический корабль будет становиться тяжелее по мере приближение к скорости света. Вам потребуется бесконечное количество топлива. Но такая высокая скорость не единственный способ улететь в будущее. Теория относительности Эйнштейна гласит, что мощная гравитация также замедляет ваши часы, и такую гравитацию вы найдете возле черной дыры. Предположим, вы летели на космическом корабле и припарковались на некоторое время возле черной дыры. Когда вы вернетесь на Землю, то увидите, что на Земле прошло 700 веков, в то время как в вашей системе координат прошло несколько недель или месяцев. Вы можете проскочить в будущее, состарившись лишь ненамного. Это же потрясающе. Но полет на высокой скорости или парковка у черной дыры – это медленные варианты путешествия во времени. Нетерпеливым путешественникам можно предложить мгновенный способ переноса через короткий путь в пространстве под названием «кротовая нора», которая может быть коридором во времени. Чтобы покорить путешествие во времени, мы выбрали длинный путь, который ведет нас к цели через странные теории и невероятно сложные технологии, которые однажды превратят наши космические корабли в машины времени.
Кстати, космические корабли могут быть нашим лучшим выбором. Мы взлетим на ракете с безумной скоростью, что замедлит наше время, тогда как для остального мира время будет идти как прежде. У нас есть и свой шкурный интерес к такого рода приключениям. Высокая скорость при путешествии во времени — это единственный способ сломать барьеры времени, которые не позволяют нам летать к звездам, потому что дистанция слишком велика. Мы очень хотим иметь возможность преодолеть гигантское расстояние за короткое время, чтобы исследовать Вселенную за период человеческой жизни. Даже самые близкие звезды к Земле кажутся невероятно далекими. Самая близкая — Альфа Центавра. Да и то она от нас на расстоянии 4 световых лет. Это 40 триллионов километров. 100 миллионов раз дальше, чем Луна. Самым быстрым нынешним ракетам потребуется 80 тысяч лет, чтобы туда добраться. Так что задача в том, чтобы летать быстрее. Но даже если мы используем невероятно скоростные ракеты для полета в будущее, мы все равно не удовлетворим нашу мечту о мгновенных перемещениях в будущее. Полеты с невероятной скоростью и замедлением часов по сравнению со всеми остальными — это способ путешествия во времени. Это похоже на Рип Ван Винкля, который заснул и проснулся в будущем. Но некоторые хотят обмануть время. Люди мечтают не о путешествии во времени, а о некоем портале или рычаге, который позволит нам моментально перемещаться во времени. Физики проделали важную теоретическую работу в 80-е годы, что позволило Карлу Сагану написать его повесть «Контакт». В книге рассказывается о путешествиях во времени быстрее света через коридоры в космосе под названием «Кротовые норы». Кротовые норы — это короткий путь между двумя точками в космосе, которые могут быть очень далеко или очень близко друг от друга. Но ключевая идея в том, что вы можете войти в нору с одной стороны и выйти с другой. В книге и других сценариях научной фантастики кротовые норы используются как тоннели для путешествий на огромные расстояния через Вселенную к другим звездам. Но еще кротовые норы со своими входами-выходами — хорошая отправная точка для машины времени. Предположим, что это кротовая нора. Если я засуну руку здесь, она вылезет там. Кротовая нора — прекрасный компонент для строительства машины времени. Машина времени на основе кротовой норы использует фокус Рип Ван Винкля и скоростной космический корабль. Высокая скорость замедлит ваши часы, в то время, когда остальные продолжат работать. Все получится, потому что на обоих концах кротовой норы одно и то же время и дата, независимо ни от чего. Если взять один конец кротовой норы и прицепить его к космическому кораблю, а затем запустить его на огромной скорости и вернуть обратно, получится так, что когда он вернется, то окажется в будущем. Если путешествие одного конца кротовой норы начнется в 2010 году, то корабль вернется на Землю в 2510 году. Поскольку время у вас замедлилось, вы постареете ненамного, в то время как на Земле пройдет 5 веков. Итак, теперь если я войду в один конец кротовой норы, здесь будет прошлое, то выйду с другого конца в будущем, во время возвращения корабля. Хотя каждый шаг создания кротовых нор невозможно осуществить при нынешних технологиях, он последователен с точки зрения известных нам законов гравитации, пространства и времени. Так что можно сказать, что машина времени на основе кротовой норы является решением уравнения пространства и времени.
Машина времени на основе норы может работать и в обратную сторону, делая теоретически возможным возвращение из будущего в точку прошлого, откуда мы стартовали. Давайте признаем, что большинство людей, которые интересуются идеей возвращения назад, хотят что-то исправить в прошлом. Однако самое интересное в том, что мы можем, используя законы физики, по крайней мере, выяснить, что значит путешествие обратно во времени. Хотя мы стремимся создать машину времени, может случиться так, что путешествие во времени возможно через кротовые норы естественного происхождения. Есть другая возможность. Не строить машины времени, а искать уже изготовленные природой проходы во времени. Вполне может быть, что в эпоху раннего формирования Вселенной пространство и время уже были искажены и застыли, оставив петли времени, которые мы сможем использовать в будущем как машины времени. Это интересная возможность, поскольку тут не надо ничего изобретать. А если воспользоваться только своими ресурсами, можно ли вообще построить машину времени? Если теория говорит, что кротовая нора — это способ путешествия, то как ее сделать? Кротовые норы — это спорная идея. Мы можем написать кучу уравнений для их описания. Мы не ожидаем, что астрономы смогут найти их, но все может быть. Мы подозреваем, что кротовые норы существуют на субмикроскопическом уровне в том месте, где имеются дикие искажения пространства и времени. Поэтому некоторые люди надеются каким-то образом поймать микроскопическую кротовую нору и вырастить ее до гигантских размеров. Мы не знаем, возможно ли это. Технологии управления кротовыми норами, похоже, дело невероятно далекого будущего. Но для тех, кто готов дать волю воображению, то есть лучик надежды, по крайней мере, в одном месте. Там пространство, время и природа всего сущего сталкиваются внутри самой огромной и сложной машины, созданной человеком. Где Вселенная скрывает свои секреты, которые могли бы нам поведать о путешествии во времени? Наше исследование провело нас через кротовые норы и возможности их использования как машин времени. А сейчас мы обратимся к технологии, которая может сделать путешествие в космосе и во времени двумя сторонами одной монеты. Если на Земле нет ничего похожего на машину времени, по крайней мере, есть кое-что, что однажды может открыть новые законы физики, которые помогут нам определить, можно ли ее создать. Это кое-что исследует Вселенную не в царстве космической паутины галактик, а в сфере квантовой физики, изучая частицы размером в миллионы раз меньше самого маленького атома. Это новейший инструмент на переднем краю физики под названием Большой адронный коллайдер. Адронный коллайдер — это самая большая и сложная машина из всех, созданных человечеством. Он должен помочь нам в изучении перспектив физики элементарных частиц. Он разгоняет протоны в обе стороны по кольцу. Одни отсюда, другие оттуда, почти до скорости света, и затем сталкивает их. Коллайдер был введен в строй в ноябре 2009 года. И к марту 2010 года ученые почти в 10 раз увеличили мощность и энергию столкновений. После 2013 года эта цифра удвоится. Сегодня теории пространства, времени, гравитации и квантовой физики еще не полные. И большой адронный коллайдер поможет заполнить зияющие пустоты. Мы ожидаем, что сможем восполнить недостающие знания физики, пространства, времени, которые скажут нам, возможно ли путешествие во времени, или они запрещены. Мы ждем там новых результатов.
Цель состоит в том, чтобы выяснить, как законы, управляющие крошечными частицами, применимы к таким большим вещам, как звезды, галактики и сама расширяющаяся Вселенная. Не зная этого, построить машину времени будет сложнее, чем собрать радио, не зная о существовании электричества. Дон Марльф, Университет Калифорнии, Санта-Барбара. Многие физики в мире убеждены, что это понимание уже не за горами. Это может случиться в ближайшие годы или десятилетия. С другой стороны, может оказаться, что проблема намного сложнее, чем нам кажется, и что человеческая цивилизация не поймет этого за весь срок своего существования. Адронный коллайдер может раскрыть некоторые дополнительные измерения, крайне важные для путешествий во времени. Мы живем в трехмерном пространстве. Если бы мы жили в двухмерном, наша Вселенная была бы плоской, как блин. Сфера казалась бы нам кругом. Третье измерение существовало бы, но было скрыто от наших глаз. Если существуют другие измерения, они тоже пока что скрыты от нас. Если мы найдем экспериментальные данные существования других измерений, если мы сможем исследовать эти измерения, увидеть, откуда они берутся, то в далеком будущем новая физика сможет использовать их как новую форму путешествий, которая поможет нам приблизиться к скорости света, а то и превзойти ее. Приближение к скорости света пока что является самым заманчивым способом путешествия во времени, поскольку замедляет наши часы. В этом плане адронный коллайдер шагнул вперед, пусть даже этот первый шаг пока что крошечный. Длина адронного коллайдера 26 километров. Он разгоняет протоны почти до скорости света. Если вы захотите проделать подобное с людьми, то по самым грубым расчетам вам потребуется 1000 световых лет, чтобы проделать это. Это похоже на высказывание о том, что космический корабль, который сможет нести нас к звездам на этой скорости, будет больше, чем расстояние, которое нам предстоит преодолеть. Фактически такой большой, что перекроет ближайшие 100 тысяч звезд. А на Земле физики, изучающие свет, пространство и прочее, собрались в царстве серферов на пляже в Малибу, Калифорния. Ричард Абуси — один из тех физиков, которые работают над концепцией двигателя быстрее света. Он говорит, что двигатель деформации скачет по ряби искаженного пространства, как серфер по волне. Серфер, мчащийся по волнам, является прекрасной аналогией. То, как волны поднимаются и опускаются под серфером, является прекрасной аналогией того, как космический корабль постоянно притягивается и отталкивается тканью пространства. Идея основана на том факте, что пространство во Вселенной расширяется. Если бы мы смогли расширять его по собственному желанию, то смогли бы перемещать космический корабль. Мы расширяли бы пространство позади корабля и сжимали перед ним. Волна искривленного пространства перемещается по Вселенной быстрее света, в то время как пассажир внутри так называемого пузыря деформации не нарушает законов Эйнштейна о превышении скорости света. Пока что такой двигатель относится к научной фантастике, хотя и подкреплен физикой. Мексиканский физик Мигель Алькубьери занимался сложными математическими расчетами в поддержку этого двигателя в 1994 году. К сожалению, математика не смогла помочь. Хотя большинство ученых сомневается, не все скептически списали со счетов двигатель деформации. Пусть пузыри деформации невозможны, говорят они. Но может есть суперпродвинутые существа, которые построили двигающиеся быстрее скорости света за счет деформации экспрессы к звездам и сквозь время.
В поисках секретов путешествий во времени мы познакомились с идеей двигателя деформации и другими вариантами передвижений быстрее скорости света. Это самое популярное решение нашей мечты о путешествии к звездам, потенциально превращающие космические корабли в машины времени. Самые оптимистичные представления рисуют картину полетов космических кораблей в пузырях деформации с такой же легкостью, с какой серфер мчится по волнам. Но даже самые оптимистичные физики упираются в стену фактов. Если серфинг является аналогией полетов в искаженном пространстве, то мы имеем дело с серфером-новичком, потому что создать двигатель деформации невероятно сложно. Сегодня утром у меня был первый урок серфинга, и мне показалось, что мы собираемся управлять в определенном смысле природой. Я смогу прокатиться на волне, которая с большой скоростью понесет меня в океан. Но на самом деле это океан управлял мной. Контролировать доску оказалось намного сложнее, чем я представлял. Это было невероятно. А управление — это большая проблема, поскольку наука говорит, что двигатель деформации не сможет создать собственное поле деформации. Одна из наиболее обсуждаемых проблем двигателя деформации в том, что мы должны, как мы выражаемся, причинно отсоединить корабль от пузыря. Нет способа общения с пузырем. Это значит, мы не сможем выключить пузырь, когда нужно. А что будет, если кораблю не нужно будет включать или выключать пузырь? Если вы представите себе продвинутую цивилизацию и дадите ей новые законы физики, то, возможно, они создадут лифт или коридор с двигателем деформации. Тогда можно будет завести корабль в эту трубу деформации, и он полетит на волне до конца. Это будет что-то вроде экспресса к звездам. Пассажиры в вагонах смогут путешествовать быстрее света. Но кто бы это ни построил, ему потребуется для строительства тысячи лет на субсветовых скоростях и энергии больше, чем мы можем представить. Вероятно, нам потребуется вся энергия нашей звезды, если не больше. Поэтому мы можем рассуждать об этом только гипотетически. Технически это невозможно. Когда астрономы недавно выяснили, что расширение Вселенной ускоряется, они решили, что причина этого в таинственной темной энергии, которая распространена повсюду в пространстве. Некоторые предположили, что темная энергия может использоваться как источник питания таких экзотических аппаратов, как межзвездные корабли и машины времени. Мы не знаем точно, что такое темная энергия, поэтому непонятно, как это можно использовать. Однако некоторые модели предполагают, что это неотъемлемая часть космоса или вид энергетического поля малой плотности, причем столь малой на единицу объема, что попросту невозможно использовать достаточное количество этой энергии. Любопытно, что когда речь заходит о двигателях деформации, кротовых норах или машинах времени, большинство ученых попросту отмахиваются от этого. Но так ли уж они правы? Хотя мы думаем, что многое знаем сейчас о Вселенной и о том, что нам делать. В истории физики мы часто попадали в просак из-за своей излишней самоуверенности в том, что все знаем. Есть законы физики, которые мы не можем нарушить. Но есть еще технологии. Нам говорят, это слишком сложно, мы ничего не можем поделать. Однако почти всегда, когда ученые так говорят, они оказываются неправы. Намного лучше сказать, что законы физики позволяют нам вообразить, что можно сделать. И остается надеяться, что в будущем появятся технологии, которые смогут это воплотить в жизнь. И как мы видим, мы можем очень скоро столкнуться с этим будущим, так как астрономы ищут планеты вокруг звезд вне нашей Солнечной системы. Ближе всего к Земле находится звездная система с двойными звездами. Можно ли здесь найти планеты?
Николь из Оклахома-Сити в штате Оклахома как раз задала нам такой вопрос в рубрике «Спроси Вселенную». Могут ли существовать планеты в системе двойных звезд? Это классный вопрос, Николь. Оказывается, что планета в системе двойных звезд может вращаться вокруг одной из них по близкой орбите или по дальней орбите вокруг обеих звезд, но не может крутиться между ними. Например, невозможно представить там 8 планет. Такая орбита будет непостоянной, и очень быстро планета вылетит. Сейчас мы на грани открытия землеподобной планеты, которая вращается вокруг одной из звезд в системе Альфа-Центавра, ближайшей соседки Земли. И есть насущная причина, как можно скорее всего изучение экзотической науки путешествий во времени с невероятной скоростью. Грег Логлин, Университет Калифорнии, Санта-Крус. Альфа-Центавра привлекает наше внимание, потому что различные компьютерные модели показали, что вокруг обеих звезд системы Альфа-Центавра могут вращаться планеты той же массы, что и Земля. Звезды А и Б Альфа-Центавры так далеко, что кажутся с Земли одной звездой, хотя это пара. Третьим элементом системы является Проксима Центавра. Красный карлик, не связанный с главной парой. Если вы окажетесь на звезде А Альфа-Центавра или на звезде Б, вы не увидите в ночном небе Проксима Центавру. Такая она тусклая. Двойные звезды Альфа-Центавры вращаются вокруг друг друга. В ближней точке они на 20% дальше, чем Сатурн от Солнца, а в дальней точке они на 20% дальше, чем Нептун от Солнца. У каждой звезды, как у нашего Солнца, есть зона жизни, где могут оказаться обитаемые планеты. В конце концов, это чаша Грааля астрономии. Если бы мы могли достичь ближайших звезд, например, Альфа-Центавру, в течение жизни человека это было бы восхитительно. Главной задачей науки является поиск жизни во Вселенной. А где его лучше всего начать, как не на ближайшей к нам другой звезде? В этом случае космический полет станет путешествием во времени, поскольку, согласно нынешним законам физики, корабль должен будет за 45 суток преодолеть 4 световых года. Наш поиск разгадки тайн путешествий во времени снова привел нас к ближайшей соседке нашего Солнца, Альфа-Центавре. Это наиболее вероятное направление полета межзвездного космического корабля с Земли, который неизбежно станет компонентом путешествия во времени. Пока не существует технологии, которая отправит нас с Земли к Альфа-Центаврии и вернет обратно. Мы лишь можем утверждать оптимистически, что во время полета туда и обратно должны будем развивать скорость 99,99%. Корабль для такого дальнего полета будет неожиданно маленьким. Как он сможет перевести достаточно запасов для команды на такой длительный срок? Но все дело в том, что это не только межзвездный космический корабль, но и машина времени. Чтобы достичь Альфа-Центавры, потребуется почти 9 лет, ведь она в 4 световых годах от нас. Но экипажу потребуется менее 2 месяцев, примерно 45 суток, поскольку они полетят почти на скорости света. Астронавтам предстоит также решить проблему убийственного ускорения для достижения скорости света. Если они будут разгоняться медленно, это значительно удлинит время в пути. Альфа-Центавра — главное направление полетов землян в надежде найти опорную базу для полетов к звездам. Не случайно Джеймс Кэмерон выбрал ее как место для своего вымышленного спутника Пандора в фильме «Аватар».
Причина, по которой мы так стремимся на Альфа-Центавру, в том, что сейчас идет интенсивный поиск похожих на Землю планет вокруг Альфа-Центавра Б, одной из двух звезд главной пары. Оказалось, что Альфа-Центавра Б — это лучшая звезда во всем небе для поисков планеты, равной массе Земле. Но такой поиск требует особых усилий. Такое не сделаешь за пару ночей у телескопа. Это невозможно. На фотографии из космоса и так трудно различить две главные звезды Альфа-Центавры. Попытки же увидеть планеты размером с Землю вообще кажутся невозможными. Лучше всего обнаружить планету методом колебания. То есть засечь малейшее колебание звезды туда-сюда из-за гравитационного притяжения планеты. Как и путешествие во времени, эта миссия кажется невыполнимой. Колебания туда-сюда, которые мы должны засечь, невероятно слабые. Я сейчас рядом с Роузбол. Если бы он был размером с Альфа-Центавру, то мы должны были засечь колебания длиной около 8 сантиметров. И это на расстоянии 7 миллионов километров. Альфа-Центавра Б намного меньше второй звезды, и охотники за планетой сконцентрировали усилия на ней, потому что колебания лучше заметны на меньшей звезде. Ответ мы узнаем через 3 года, может 5. Если мы обнаружим на орбите ближайшей звезды планету массой, как у Земли, нашей главной задачей будет строительство огромного телескопа или, в очень далеком будущем, подготовка экспедиции туда. Поскольку мы исследуем возможность путешествия во времени, мы можем представить себе наш космический корабль на земной орбите, который готовится к полету к Альфа-Центавре. Огромная скорость корабля превращает его в машину времени. Время для пассажиров и экипажа замедляется, и через 3-4 недели корабль приблизится к Альфа-Центавре как никогда близко. Сначала нам посветит красный карлик Проксима Центавра. Он находится на окраине системы, ближе всех к нашему Солнцу. Проксима Центавра иногда вспыхивает по непонятным причинам на 4-5 дней, а затем также внезапно тускнеет. Так что при пролете мимо можно наблюдать фейерверк. Когда мы окажемся внутри двойной системы, мы проскочим мимо Альфа-Центавры, А. Используя ее силу тяжести, мы полетим к Альфа-Центавре, Б. Главной целью корабля будет сестричка Земли, и пассажиры с нетерпением будут ждать возможности изучить и освоить ее. Хотя для пассажиров путешествие займет несколько месяцев, высокая скорость замедлит их часы, поэтому, когда они вернутся, на Земле пройдет несколько десятилетий. Осуществление полетов на скорости света — это мечта далекого будущего, хотя на Земле технологии развиваются и меняются так быстро, что разница между 8 и 10 годами может быть огромной. 3, 2, 1. Люди в восторге. Только посмотрите на снимки. Это поверхность Плутона, которую до сих пор мы могли только воображать. А сделаны эти снимки невероятно маленьким космическим аппаратом. Получилось. Такое случается только раз в жизни. Я Дэн Рискин, веду репортаж из Лорелла, штат Мэриленд, где люди работали, не покладая рук. И после стольких трудов их усилия, наконец, увенчались успехом. Команда счастлива. В нашем распоряжении был лишь один космический аппарат. Один шанс.
Аппарат НАСА «Новые горизонты» отправился к Плутону. Это самое настоящее исследование. Путешествие длиной в десятилетия. Этого нужно хотеть. Очень сильно хотеть. Приборное оборудование совершенно уникальное. На самый край Солнечной системы, что мы там найдем? Всегда есть риск, что неизвестность поставит в тупик. Я хочу знать, что там. Чтобы исследовать самую неоднозначную планету, я чувствовал, что что-то должно измениться. Когда-то Плутон никому не был интересен. Каково это — попасть на Плутон? И когда это случится? Мы будем первыми, кто его увидит. Что подразумевается под словом «планета»? Как еще можно назвать такое космическое тело, как Плутон? С этого телескопа все и началось. Это было исторической катастрофой. Предлагаю проголосовать. Я считаю это решение ошибочным. Мы докажем, что Плутон — планета. Единственное, что я могу предсказать, мы найдем нечто удивительное. Плутон — первая встреча. То, что мы видим, поистине удивительно. Этот объект живет. Есть свидетельство наличия геологической активности, гладкая поверхность, ледяные горы. Все совсем не так, как мы себе представляли. И экспедиция вновь оживит дебаты, стоит ли причислять Плутон к числу планет. Сейчас за работой ученых следит весь мир, но мы делаем это уже многие месяцы, пока они продумывали каждую мелочь эпического путешествия к неизведанным границам нашей Солнечной системы. Я считаю, что новые горизонты — часть величайшего из когда-либо проводимых исследований. На сегодняшний день этот регион Солнечной системы для нас — Дикий Запад. Мы пионеры, которые впервые увидели Плутон, запустив 19 января 2006 года межпланетную станцию. Мы осуществили запуск автоматической межпланетной станции НАСА «Новые горизонты», которая через десятилетия достигнет планеты Плутон. Чтобы запустить крошечный аппарат весом 450 килограммов, мы использовали мощнейшую ракету с тяговым усилием 450 тысяч тонн. Бум, и ракета уже в пути. Поговорим о скорости. 16 тысяч метров в секунду. Это самый быстрый... Глен Фаунтен, руководитель проекта «Запуск Земли». Через 45 минут она над Индийским океаном, через 9 часов уже на лунной орбите. Самый быстрый космический аппарат, запущенный с Земли. Полет проходил так быстро, что на путь от Лос-Анджелеса до Нью-Йорка понадобилось бы 5 минут, и он длился круглосуточно в течение 9,5 лет. Плутон. Столько понадобилось, чтобы долететь до Плутона. Это самое дальнее межпланетное путешествие из всех когда-либо предпринятых человеком к самой границе Солнечной системы. Крошечная межпланетная станция мчалась в космосе с невероятной скоростью навстречу неизвестным опасностям. Впервые снимок планеты с высоким разрешением был сделан на близком расстоянии. Это исследование — важнейший шаг к пониманию того, как зародилась и эволюционировала Солнечная система. Оно дает нам столько материала, чтобы понять, откуда появилась наша система и почему находится именно здесь, что мы не могли упустить возможность такого исследования. Получить разрешение на осуществление проекта было нелегко. На открытие проекта ушло десятилетие. На нем настаивали многие ученые. Алан Стерн, руководитель исследований. Мы построили межпланетную станцию в рекордные сроки. Также очень быстро сумели добиться разрешения на его запуск. Провели все испытания на соответствие нового ракетоносителя и произвели целый комплекс новейшего научного оборудования с нуля. Была построена станция, готовая мчаться в межпланетном пространстве, выдерживать температурный режим в 3 раза ниже любого земного и защищать дорогостоящие камеры, которые позволят нам взглянуть на Плутон с близкого расстояния. Мы должны были работать быстро, эффективно, Фрэн Баджинал, исследователь, и наукоемко. Они весят меньше 50 фунтов, 30 килограммов. Удивительно. Все 7 приборов на борту станции вместе с микропроцессорами потребляют половину энергии 60-ваттной лампы.
Нам пришлось так поступить, потому что мы не могли позволить себе гигантские панели солнечных батарей, а там, где находится Плутон, свет Солнца в 900 раз тусклее. Без солнечного света нужен источник энергии. Из всех возможных был выбран плутоний. Но чтобы добраться быстрее, аппарат увеличивает скорость за счет гравитационного маневра у Юпитера. Мы сократили путешествие на 3 года, это немало, при расчетном времени 9,5 лет. Мы подзарядились за счет Юпитера, увеличив скорость на 20%. Набрав скорость 24 км в секунду, они получили шанс испытать камеру. И совершили удивительное открытие, пролетая мимо спутника Юпитера, Ио. Мы не предполагали, что самый большой из всех вулканов Вселенной находится на северном полюсе Ио. Марк Шоуолтер, группа контроля и оценки рисков. На черно-белом снимке мы увидели выброс магмы, а затем появился и цветной, где отчетливо виден источник повышенной тепловой энергии. Кэти Олкин, заместитель координатора проекта. Станция совершила гравитационный маневр у Юпитера и направилась к Плутону. Отлично. До Плутона оставалось еще 8 лет пути. С помощью бортовой камеры ученые прокладывали путь корабля, стараясь избегать опасностей, и наткнулись на нечто неожиданное. Когда мы планировали полет, то знали лишь о 2 объектах, но обнаружили еще 2 маленьких спутника. Плутон похож на маленькую Солнечную систему, и теперь в этой системе известны 6 небесных тел. Главный спутник Плутона — Харон, но есть еще 4. Отсюда напрашивался вопрос, какие еще открытия нас ждут? Очень трудно вместить туда еще одну Луну, потому что система совершенно хаотична. И если спутник туда попадет, то однажды его оттуда выкинет. Система на грани стабильности. С другой стороны, в своих предположениях о Плутоне мы всегда оказываемся неправы. И на этот раз вновь ошиблись. Каково воздействие всех этих спутников по мере приближения к Плутону? И что, если мы найдем еще какие-то неизвестные? Сближение с Плутоном происходит сейчас, и станции могут грозить опасности. Продолжайте, цель вижу. Мы повышаем скорость, чтобы станция достигла Плутона в нужной точке орбиты в точное время. Гейб Роджерс, инженер наведения и управления. Мы потратили 8 лет, чтобы пересечь всю Солнечную систему, и станция достигла цели своего полета. Мы беспокоимся о возможных опасностях, здесь они крайне вероятны. При такой скорости, с которой новые горизонты пересекают систему Плутона, одной космической песчинки, попавшей в аппарат, достаточно, чтобы провалился весь проект. Мы не хотим, чтобы это произошло. Настал решающий момент. В этой игре ставки очень высоки, и пока для Алана Стерна все идет по плану. Вы руководитель исследований. Скажите мне, Плутон оправдал ваши ожидания? Он их превзошел. Мои представления о нем месяц назад появились в трейлере Национального космического общества. Мы выложили все возможные предположения. Но диапазон геологического разнообразия поверхности Плутона показывает нам, что этот мир, при том, что он очень мал, при этом также сложен, как Земля или Марс. И это поразительно, удивительно. Прошло 10 лет томительного ожидания, и вы, наконец, достигли цели. Станция проходит мимо Плутона. Каковы ваши ощущения от происходящего? Невероятные. Мы словно сидели в ускоряющемся поезде американских горок, и по мере приближения видели все больше и четче. А сейчас получаем данные, которые помогут узнать не только историю этой планеты, но и Солнечной системы в целом. У вас еще много работы, поздравляю с успехом. Спасибо вам от всей команды. Фантастика. По мере получения информации мы все больше будем понимать, почему именно Плутон. Мы отправились туда, где никто не бывал, чтобы увидеть нечто совершенно новое, инопланетное, доселе неизведанное. Там могут быть горы, могут быть долины, ударные кратеры. Я думаю, там точно окажутся вулканы. Плутон и Харон могут оказаться мертвы, или живы, или очень активны. Большую часть жизни я пытался выяснить, что же представляет собой Плутон. Он был загадкой.
яркой, но размытой и очень далекой точкой. Теперь он попал в фокус видеокамеры. Он с первого дня не вписывался в семейство остальных планет. Он гораздо меньше всех гигантских планет или четырех внутренних земной группы. Он маленький и круглый. В Земле поместилось бы 6 Плутонов. Его классифицировали как карликовую планету, новую категорию для ледяных сферических тел, которые недостаточно массивны, чтобы расчистить себе пространство. Карликовые планеты тоже планеты. И в Солнечной системе их гораздо больше, нежели так называемых обычных планет. Плутон находится на краю Солнечной системы. Он привлекателен тем, что является приграничной планетой. Плутон — лишь вершина айсберга. За орбитой Нептуна целое семейство небесных тел. Этот регион называется пояс Койпера. Он совсем не изучен. Эти маленькие тела открывают нам окно в прошлое, в то, какой была наша система на стадии формирования, когда планеты впервые собрались вместе. Там царство холода. Температура на поверхности Плутона — минус 240 градусов Цельсия. На Земле нет ни одного такого места. Вы бы почувствовали себя пушинкой. Сила гравитации в половину меньше лунной. Прекрасный способ передвижения. Правда, здорово? Он настолько далек от Солнца, что проходит орбиту за 248 лет. Он не прошел и половину с тех пор, как был открыт в 1930 году. И вращается он не по кругу, а по вытянутой траектории по эллипсу. Такая траектория очень необычна для космических тел. И у него целых 5 спутников. 4 движутся хаотично, а самый большой, Харон, постоянно обращен к Плутону одной стороной. Но самое интересное для исследователей — это поверхность Плутона и то, что таится под ней. Как на самом деле выглядит Плутон? Если на его поверхности горные цепи, долины, гейзеры? Разумеется, по большей части Плутон состоит изо льда, но, судя по его плотности, там есть и камень. Дэн Дурда — ученый и художник одновременно. Именно Дэн в течение всех этих лет помогал нам воссоздавать Плутон, пока аппарат не подлетел к нему достаточно близко. Мы знаем, что нас ждет сюрприз. В этом интерес проведения исследований. Дэн Дурда — астроном Юго-Западный исследовательский институт. Меня будоражит мысль, какая геология скрывается под различной окраской и яркостью участков. Мы знаем, что у Плутона есть атмосфера очень тонкая. Похожа ли она на земную? Тонкая синяя линия, но более светлая, потому что атмосфера тоньше? Возможно, будет своего рода интересная тектоника, какие-то разломы или каньоны, что подразумевает геоактивность. Никто не мог предсказать речных долин на Марсе или того, что во внешней Солнечной системе могут находиться вулканы. Мы устремились в неизвестность, чтобы делать первые открытия. Нам не придется переписывать учебники. Мы будем писать их впервые. Этот снимок был опубликован НАСА в тот момент, когда станция достигла Плутона. Посмотрите внимательно. Прямо в центре находится сердце. Этот снимок распространился по всему миру мгновенно. Он вызвал всеобщее изумление и особенно порадовал семью Томбо, чей отец открыл существование Плутона. Я в восторге, я счастлива, что это свершилось. Это телескоп, с которого все началось. 23-сантиметровый рефлектор. Отец установил его в 1928 году и начал поиски Плутона. Он часто вытаскивал меня из постели, чтобы показать, что интересного он нашел. Меня зовут Эл Томбо, я сын Клайда. А я Аннет Томбо, его дочь. Их отец Клайд Томбо в 1930 году открыл Плутон, и то, как ему удалось это сделать, было совершенно удивительно. Он рос в годы депрессии и понимал, что нужно уметь пользоваться тем, что есть. Олден Томбо, сын Клайда Томбо. Поэтому строил телескоп сам
из подручных средств. Многие детали от сельскохозяйственных машин, например, маховик от трактора, ось от Бьюика 1910 года, труба от механизма, по которому зерно попадало в элеватор. Он использовал все, что мог, и сумел собрать работающий телескоп. Отец говорил, что этот телескоп — самое гениальное из его изобретений. Наблюдения в этот телескоп обеспечили Клайду работу в обсерватории Лоуэлла во Флагстаффе в Аризоне. Уже в 23 года он вошел в группу, занимающуюся поисками планеты X. Эта группа искала планету, которая находится за Нептуном. Он помогал обслуживать обсерваторию, убирал снег с крыши. Аннет Томба, дочь Клайда Томба. Затем они начали работу, наблюдая в 33-сантиметровый телескоп. У них был отличный телескоп. Эта работа ни с чем не сравнима. Ты идешь к телескопу, когда настает твое время наблюдать. Ты только что поужинал, солнце садится, небо темнеет. Что ты найдешь сегодня? Возможно, это будет новая планета. Марк Буи прошел этот путь сотни раз. Во многих смыслах он следовал по стопам Клайда. Нужно было установить большую зеркальную пластину в заднюю часть телескопа, направить ее в точное место на небе, чтобы собрать свет, и так оставить на час. Ты стоял в темноте, на холоде, и смотрел в маленький окуляр, следя, чтобы телескоп точно следовал заданному направлению. Ночь за ночью он исследовал Вселенную, делая снимки и затем изучая каждую точку. Нужно просмотреть невообразимое количество небесных тел и найти среди них движущиеся. Для этого в телескопе установлены два зеркала. Объекты объединяют в пары и затем смотрят один на другой, один на другой. И так продолжается вновь и вновь и вновь. И однажды Томба увидел нечто движущееся. Даже по звуку его шагов было понятно, что-то случилось очень важное. Он пришел в восторг от того, что он был единственным, кто знал о существовании еще одной планеты, и, конечно, был рад, что оправдал ожидания своих работодателей. Первая планета, открытая американцам. Не думаю, что они понимали, какую шумиху поднимет пресса. Открыта новая планета. Об этом сегодня заявила обсерватория Лоуэлла. На краю Солнечной системы найдена девятая планета. Это на него сильно подействовало. Он никогда не стремился прославиться. У него была другая цель. Это исторический снимок. Именно отсюда потянулась ниточка, приведшая к созданию космического аппарата, который сейчас летит к Плутону. Все начиналось с этого снимка. Дом Томбо. Его открытие навсегда останется в памяти человечества. Бинокль Томбо. Он был бы в восторге от запуска станции. На Плутоне будет сделано много уникальных открытий. Мы будем так близко к Плутону. Это все равно, что шпионить за Нью-Йорком с помощью спутника, находящегося на земной орбите. Ему бы это очень понравилось. Он был бы в восторге. В восторге. Он бы хотел оказаться в этой группе ученых. Я бы сама хотела быть среди них. В каком-то смысле Клайд среди них. На борту новых горизонтов часть его праха. Часть праха отца мы развеяли здесь, а теперь часть будет развеяна по солнечным ветрам Плутона. Смотрите далее. Девятая планета отменена. Я счастлив, что меня считают убийцей Плутона. Спорное голосование изменило все. Если они астрономы, то почему решают, что такое планета? Плутон. Первая встреча.
Если вы посмотрите на эту компьютерную анимацию движения «Новых горизонтов», то увидите, как много ему приходится вращаться, буквально танцевать, чтобы собрать данные не только о самом Плутоне, но и о всей его спутниковой системе. Сейчас данные, наконец, поступают на Землю, создавая грандиозный шум. Но из этого шума мы узнаем, каков же статус Плутона в нашей Солнечной системе. Сейчас мы направляемся к Мауна-Кеа. Это большой вулкан на Гавайском острове посреди Тихого океана. И самое лучшее место на всем земном шаре для занятий астрономией. Майк Браун известен своими путешествиями к магическим вершинам, чтобы охотиться за планетами. На вершине Мауна-Кеа установлены лучшие телескопы в мире, а телескоп Субару — основной для совершения открытий во внешней Солнечной системе. Погода ясная, ни одного облачка на небе. Нас ждет великолепная ночь. Майк ведет наблюдение за самым дальним регионом, как раз там, где находится Плутон. Если мы поймем, как они туда попали и из чего они созданы, то получим ключ к пониманию рождения всей Солнечной системы. Возможно, этой ночью он найдет нечто новое. Такое уже случалось. Мы никогда не знаем, когда найдем нечто важное. Процесс поисков совершенно непредсказуем. И в то утро, когда я входил в обсерваторию, я предположить не мог, что найду то, что потом назову Эрис. Майк Браун, астроном, Калифорнийский технологический институт. То утро было похоже на любое другое. Он открыл карликовую планету Эрис. Она того же размера, что и Плутон, но расположена дальше в поясе Койпера. Эрис проходит свою орбиту за 557 лет. Ее открытие и вероятность найти ей подобные разожгли горячие дебаты, а Майка стали называть «убийцей Плутона». Открытие Эриса произошло за пару недель до запуска «Новых горизонтов». Менее чем через 10 минут мы увидим запуск аппарата к планете Плутон. Помню, как диктор во время запуска сказал: «Это полет к последней неисследованной планете». А я подумал, когда станция достигнет Плутона, это будет уже неправдой. Либо и Эрис признают планетой, либо Плутон перестанут так называть. Я хочу открыть Генеральную ассамблею Международного астрономического союза. Генеральная ассамблея Международного астрономического союза собирается каждые 3 года. Там происходят научные дискуссии, а иногда всплывают менее интересные темы, например, дать определение названию планеты. Меня зовут Джерард Ван Белли, я был одним из астрономов, которые в 2006 году в Праге проводили голосование о статусе Плутона и других небесных тел Солнечной системы. Судьбу Плутона определяли астрономы, а не планетологи. Всего 5% ученого сообщества приняли это историческое решение. Обстановка накалилась, потому что мы знали, что какое бы решение мы ни приняли, оно войдет в историю. Во-первых, астрономы по большей части изучают галактики. Почему же они давали определение планете? Карликовая планета. Я никогда не была на такой ассамблее, я не астрофизик, я планетолог. Я же не берусь определять, это галактика, а это нет. Почему же они взялись решать, что является планетой, а что нет? Изначально мы надеялись дать более широкое определение, но оказалось слишком трудно подобрать подходящие слова. Они дали слишком сложное определение. Просто кошмар. Мало того, оно должно было включать вещи, с которыми согласно большинство. Тело должно быть достаточно массивным, чтобы сформировать практически идеальную сферу и расчистить себе место в космическом пространстве. Когда планета движется по своей орбите, может ли она расчистить себе путь, убрать все на своем пути? Похоже, у нас возникло затруднение. Джон? Я наблюдал за дебатами с другой стороны планеты, но высказался достаточно категорично. Я сказал: «Послушайте, вы обсуждаете не Плутон, а Эрис и прочие похожие объекты. Маленькие тела, входящие в Солнечную систему. Они не настолько грандиозны и важны. И как бы мне ни хотелось стать первооткрывателем планеты, это не имеет никакого смысла. Эрис нельзя называть планетой, и Плутон, соответственно, тоже. Эти тела не планеты».
Если мы закончим ассамблею, так и не придя ни к какому выводу, мы будем выглядеть полными идиотами. Спасибо. Все произошло слишком быстро. Я призываю вас начать голосование. Те, кто голосует за решение 6А, решение, имеющее фатальное значение для Плутона, было принято лишь малой частью ученых, присутствовавших на этой ассамблее. Я считаю, что решение было неверным. Лично я остаюсь при своем мнении. Плутон является планетой. Мне грустно, что наука утонула в эмоциональных дебатах. Как ученые, мы должны забыть об этом и рассматривать Солнечную систему как таковую. Больше никто не будет относить Плутон к планетам. Мы в корне не согласны с определением планеты. И когда аппарат будет пролетать мимо Плутона, мы получим действительно достойные снимки и скажем: «Вот видите, Плутон на самом деле планета». Итак, Плутон выкинули из клуба планет, но если вы взглянете на собравшихся здесь людей, то поймете, что они ни за что с ним не расстанутся. Можно смело говорить, что Плутон любят многие. Плутон — планета. Всем добро пожаловать! Здесь собрались сотни людей, чтобы оказать поддержку бывшей девятой планете. Для нас Плутон навсегда останется планетой. И самый почитаемый гость для них — руководитель проекта «Новые горизонты» Алан Стерн. Отличный вопрос. Эти люди собираются вместе год за годом, и это год Плутона. Мы все в ожидании. После стольких лет и стольких миль, ущипните меня, мы добрались. Итак, вперед. Пойдемте, мы номер девять. Мы номер девять. Первый, пятый, девятый. Плутон — самый потрясный. Плутон всегда любили, особенно дети, он как младший братик. Слишком маленький, чтобы к нему относились с почтением. Люди очень волнуются за Плутон. Бедный маленький Плутон. Они испытывают к нему симпатию. Не знаю чем, но эта планета заслужила любовь. Дело еще и в том, что это единственная планета, которую открыл американец. Клайд Томбо совершил свое открытие в 1930 году. Он не дожил до изгнания Плутона из числа планет, но дочь помнит этот день. Я была ошеломлена. Очень странное ощущение, сравнимое с попаданием самолета в воздушную яму. Издатели вдруг стали убирать Плутон из учебников астрономии. Вся продукция, связанная с Плутоном, была изъята из школьных классов, из полок коллекционеров. Плутон лишился своего статуса. Роб Перлман много знает о коллекционных вещах, связанных с космосом. Он всегда искал этот экземпляр и очень заинтересовался возникшей с Плутоном проблемой. Коллекционеров всегда больше всего волнуют ошибки. Неправильно напечатанная марка, неверно отчеканенная монета. А теперь вся эта продукция ошибочна, потому что Плутон оказался не обычной планетой, а карликовой. Плутон убирают с полок магазинов. Жизнь разделилась на до и после. Неожиданно возник новый пласт коллекционных вещей. Экономический эффект — миллионы. Игрушки, книги, реклама — все нужно менять. Или не нужно. Маленький ледяной Плутон все еще отлично продается в магазинах. Прошло 9 лет, а его все еще включают в модели Солнечной системы, в пазлах, в игрушках. Потому что народ этого хочет. Люди считают Плутон частью Солнечной системы. Да, Плутон лучший! Да, Плутон лучший! Многие поддались этой идее. Чего мы хотим? Признание карликовых планет. Когда это должны сделать? Сейчас! Я понимаю людей, которые устраивают демонстрации. Трудно терять частицу своего детства. Плутон был всеобщим любимцем, девятым малышом семейства планет. Они чувствуют эмоциональную привязанность, но ученые обязаны его исключить. Несмотря на название, Алана волнуют более глобальные проблемы. Для меня лично очень важно сделать для нынешнего подрастающего поколения то, что наши предки сделали для нас, впервые открыв существование Солнечной системы. Заразить детей стремлением к совершению открытий в науке и технике.
Сейчас у нас есть возможность показать, как это увлекательно, насколько великолепны научные ребусы, чтобы в будущем они стремились к своим открытиям. 8 — это недостаточно. Смотрите далее. У нас есть единственный шанс. Взгляд через камеру новых горизонтов. Мы будем первыми, кто его увидит. Получать вот такие снимки, опасаясь встреч, вот с такими опасностями. Плутон. Первая встреча. Это космический аппарат «Новые горизонты». Мы находимся в здании НАСА, и это модель аппарата в масштабе 1 к 8. У него плутониевый источник энергии, антенна, направленная на Землю, чтобы передавать полученные с помощью великолепной камеры данные. Она вот здесь. Называется она Лори. Ее история началась во дворе настоящего астронома-мечтателя. Мы находимся в Гэмбере, в Мэриленде, в моей домашней обсерватории. Я стал астрономом в 12 лет. Я жаждал открытий и нашел то, о чем и не подозревал. Еще будучи подростком, я начал строить собственный телескоп. Шлифовал зеркала и мастерил собственную оптику в подвале. Тогда я понял, что это и есть моя страсть. Вот так я и попал в эту профессию. Стив делает камеры. Именно он создатель Лорри, установленный на новых горизонтах. Один из тех, кто производит переворот в истории покорения космоса. Я отвечал за все. За производство, сборку, испытания и настройку. Лорри — цифровая камера с большим телеобъективом. При достижении планеты она сделает 450 снимков того, что еще никто никогда не видел. Она расскажет нам о новых кратерах и скалах. Нам дали задание, находясь на расстоянии 10 тысяч километров от Плутона, сделать четкие снимки 100-метрового объекта. Стив Конрад — главный инженер-создатель Лори. Можно провести аналогию с Нью-Йорком. Если бы мы пролетали мимо Земли и направили камеру на Манхэттен, то должны были бы различить пруды в Центральном парке. Перед ними стояла нелегкая задача — создать камеру, которая выдержит температуру в минус 240 градусов Цельсия. Телескопы не любят смену температурного режима. Поэтому мы решили использовать специальный материал — карбид кремния. Тоже материал используется при производстве пуленепробиваемых жилетов. Карбид кремния почти не реагирует на высокие плюсовые или минусовые температуры. И это главное, чтобы удерживать объекты в фокусе. На протяжении всего пути Лори помогает команде прокладывать путь и определять появление потенциальных опасностей. Лори — камера с фиксированным фокусным расстоянием, его невозможно менять. Как настроишь на Земле, так и будет работать во время полета. Расстояние между первичным зеркалом вот здесь и вторичным вот здесь должно быть установлено очень точно. Ведь чтобы сделать хорошие снимки Плутона, у нас будет единственный шанс. Они рассчитывают на отражение в этом зеркале там, где почти нет света. Плутон в 30 раз дальше от Солнца, чем Земля. И чтобы собрать те несколько фотонов, которые отразятся от поверхности Плутона на станцию, мы должны создать большую приемную зону, чтобы захватить максимум возможного. До этого года лучший снимок Плутона был сделан с Хаббла. Через неделю после сближения со станцией он выглядит так. И снимки продолжают поступать. Я думал, это никогда не произойдет. Когда мы запускали аппарат, то впереди были 9 лет путешествия к Плутону, и это казалось вечностью. Мы будем первыми из землян, кто видит эти снимки. И приходят они с камеры, созданной командой, в которую входил и я. Это невероятное. Космос по большей части пуст. Но при приближении к такой планете, как Плутон, с 5 спутниками на пути может оказаться все, что угодно. Одной космической песчинки, попавшей в аппарат, будет достаточно, чтобы вся миссия провалилась. Там столько энергии. Холл Уивер знает об опасностях больше, чем кто-либо. Он один из тех, кто начинал прокладывать маршрут. И теперь, когда аппарат приближается к Плутону, он готов к встрече с потенциальными опасностями. Мы выбрали траекторию, которую сочли самой безопасной из всех возможных в системе Плутона. Случайности маловероятны. Вариант, что придется отклониться от траектории менее 0,1%.
последние две недели будут самыми страшными. После почти 10 лет полета это время наступило. И группа собралась, чтобы вынести самое важное решение. В эти выходные у нас есть последний шанс, чтобы во избежание столкновений спокойно изменить траекторию полета. Следующие три дня группа будет исследовать снимки, сделанные бортовой камерой, выискивая малейшие песчинки, которые могут погубить аппарат. Ученые знают, что искать, потому что производили испытания в лаборатории. Удивительно видеть, что частичка величиной с бусинку бисера и даже меньше может сделать с космическим аппаратом. Меня зовут Кевин Пуаман, мы в исследовательском институте университета Дейтона. Я запускаю снаряд на огромной скорости. Здесь подвергаются обстрелу самые важные части аппарата. Вы находитесь в одном из нескольких помещений, где можно испытывать воздействие различных частиц космической пыли, которые могут угрожать космическому аппарату. Новые горизонты движутся со скоростью 14 км в секунду, а космическая пыль навстречу со скоростью 30 км в секунду. И в этом случае столкновение может стать для аппарата фатальным. Поэтому группе ученых в Мэриленде нужно удостовериться, что на его пути ничего нет. Сейчас здесь царит напряжение, потому что у нас не так много времени, чтобы изучить поступающую информацию. Курт Нибур, программист, участник проекта «Новые горизонты», а нужно принимать решение. Ученым нужно решить, придерживаться ли прежней траектории или изменить ее. Сейчас они планируют пройти мимо Плутона на дистанции в 40 раз меньше расстояния от Земли до Луны. Датчики измеряют параметры солнечного ветра и атмосферы. Если придется изменить траекторию, то в результате работы проекта удастся получить меньше научных данных. Чтобы избежать столкновений, они могли бы пролететь ближе к Плутону, но на такой скорости снимки могут получиться смазанными. Можно повернуть аппарат, чтобы использовать антенну в качестве щита, но при этом аппаратура будет направлена в другую сторону, и данных они не получат. Мы сделаем это, если придется, но принять решение нужно сейчас. Эта группа провела серьезную работу, чтобы определить наличие опасности на пути аппарата. Сегодня они предоставят информацию НАСА, и на ее основе будет вынесено решение. Решение вынесено моментально. Мы собираемся довериться интуиции и остаться на желаемой траектории. Система Плутона чиста, как стеклышко. Мы не нашли ни других спутников, ни колец. Трудно поверить после... Боже, почти трех лет, двух с половиной, что мы анализировали возможные опасности и теперь, наконец, можем сказать, что остаемся на намеченном пути. И все прекрасно, но я очень устал. Опасность миновала. Начался отсчет. Всего за несколько дней до встречи с Плутоном случилось нечто непредвиденное. Мы временно потеряли связь с аппаратом. Это самое страшное, что могло случиться. Когда твой аппарат молчит, возникает ощущение пустоты. Если ты не можешь разговаривать с ним, значит, не сможешь спасти. Компьютер «Новых горизонтов» перегружен. Он перестал собирать данные, перестал осуществлять навигацию, работает в безопасном режиме. Это результат того, что в машине одновременно дали слишком много заданий. Команда была слишком активна, люди вернулись в кабинеты и решали свои задачи. Я тут же пошел в аппаратную. Каждый знал, что нужно делать. Им нужно было немедленно перезагрузить порядок команд при подлете к Плутону. Главным их врагом стало время. Когда передаешь команду, приходится ждать 9 часов, прежде чем получишь ответ от аппарата. Я сделал это, и вот что случилось. Люди не хотят расходиться по домам, они хотят остаться здесь с аппаратом, чтобы увидеть, как он приходит в себя. Элис Бауман — технический руководитель проекта, поэтому мы лишь уходим ненадолго вздремнуть. Они отправили множество команд, чтобы вернуть станцию на траекторию полета. А затем началось ожидание.
Мы сможем спокойно вздохнуть, когда вновь начнет поступать информация. Мы знаем, что находимся на территории, которую проверяли множество раз. Плутон-1 — это Плутон-А. Подтверждаем, что первая временная привязка пройдена. Вас понял. Внимание всем. Начинаем последовательность действий для пролетной траектории. Отлично. Решить такую проблему всего за 2 дня просто удивительно. Я невероятно горжусь своей группой. Мы записали запланированное количество информации. Боже, вас понял. Сегодня у нас все получилось. Безупречный полет рядом с Плутоном и его спутниками и сотни снимков, сделанных бортовой камерой, теперь поступают на Землю. Весь процесс займет больше года, но с каждым из них мы будем все больше узнавать об этом таинственном мире. Аппарат в добром здравии. Мы сняли все данные из системы Плутона. И теперь улетаем от него. Сегодня у нас праздник. Это удивительно. То, что мы увидели, выглядит просто невероятно. Плутон стал для нас реальностью. Этот день войдет в историю. Это однозначно не скучный булыжник. Плутон наконец раскрыл свои секреты. Мы открыли новую область Солнечной системы. Скажем так, Плутон явно не гладкий. Теперь мы видим на нем горы. Они до 3500 метров высотой, что вполне сравнимо с земными скалистыми горами. Вполне вероятно, что эти горы состоят из заледеневшей воды. При столь низких температурах лед настолько прочен, что может стать основой формирования подобных гор. Мы впервые увидели лед, который не вращается вокруг гигантской планеты. Многим геофизикам придется вернуться к исходной точке. Мы считали, раз рядом с Плутоном нет огромной планеты, которая бы поднимала температуру, он окажется скучным. Я могу точно сказать, что Плутон не скучный. Понятно, что там существует смена времен года. Там яркий экзотический снег. Теперь мы знаем, что у Плутона есть атмосфера, азотная, как над нашей Землей. Вторая красная планета. Но у красного много оттенков. Мы еще изучаем, что означают разные светлые и темные пятна, но они явно говорят о том, что поверхность разнообразное. Мы придумали название для сердца, потому что это самое яркое и заметное место на планете. Мы назовем его в честь первооткрывателя Плутона. Мы решили неофициально называть его регионом Томбо в честь первооткрывателя. Цивилизация сделала шаг в новый регион Солнечной системы. И это только вершина айсберга. Теперь Плутон раскрыл свои тайны. Мы исследовали все 9 изначальных планет. Это великий день для НАСА, для всего человечества. И он еще не закончился. Станция продолжает присылать информацию о Плутоне и летит дальше, чтобы рассказать нам, что там. Это исторический момент. Спасибо, что были с нами. Я Дэн Рискин. До свидания. Вас поняла. Мы подключились к телеметрической аппаратуре станции. Ученые не будут переписывать учебники после этого полета. Они будут писать их с нуля. Посмотрите, чего мы достигли. Удивительно, что человечество может добраться так далеко и исследовать эти миры. Программа озвучена на студии «Кириллица». Текст читал Павел Кипнес. Черные дыры — призраки нашей Вселенной. Это центры мощнейшей гравитации, пожирающие все на своем пути. Что мы увидим, если приблизимся к ним? Пройдем точку невозврата и попадем в область искривления пространства и времени. Какие секреты Вселенной мы откроем, отправившись к центру гигантской черной дыры? Гигантская черная дыра. Представьте, что вы отправились в самый центр нашей галактики.
находящийся в 26 тысячах световых лет от Земли. И нашли идеальное место для наблюдений. Вы увидите миллионы звезд. И на горизонте странную темную сферу. Это черная дыра. Она настолько плотная, что даже свет не может противостоять ее притяжению. Этот монстр в 10 раз больше нашего Солнца. И при этом в миллион раз тяжелее. И он такой не один. Почти в каждой крупной галактике астрономы обнаружили признаки присутствия черных дыр по массе в миллионы и миллиарды раз превосходящие Солнце. Как они образовались и почему стали такими огромными? В поисках ответа нам приходится изучать силы, сотворившие звезды, планеты и саму жизнь. Исследуя жизненный цикл черных дыр, ученые начинают понимать, какая судьба ждет нашу галактику и Вселенную в целом. Но как можно изучать то, что так сложно обнаружить? Иногда Вселенная дает нам возможность увидеть ее самые загадочные творения. 19 марта 2008 года астрономы по всему миру получают сообщение от орбитальной обсерватории SWIFT. Она зафиксировала вспышку гамма-излучения. Это вид электромагнитного излучения, являющийся признаком катастрофического события. SWIFT автоматически отправил данные на Землю. И через считанные секунды телескопы Северной и Южной Америки обратили свой взор на появившийся свет. Астрономы изучают данные, выясняя, насколько яркой была вспышка. Тем временем в гигантских обсерваториях в Чили и Техасе тоже наблюдают за ней, используя специальное оборудование, чтобы разделить свет на волны разной длины. Так они определят, как долго свет шел до Земли. Они выяснили, что его источник находится в 7,5 миллиардах световых лет от нас, на полпути через видимую часть Вселенной. Том Вестранд возглавляет работу над роботизированным телескопом в Национальной лаборатории Лос-Аламос в Нью-Мексико. Он уже 10 лет отслеживает вспышки гамма-излучения высокой энергии и никогда не видел ничего подобного. Посмотрим, что у нас есть. Это была самая яркая вспышка из всех, виденных человеком. В астрономии все происходит очень медленно. Этот свет летел к нам 7,5 миллиардов лет и ярко светил целых 30 секунд. Потрясающая яркость даже спустя несколько минут. Все еще заметно. Вспышка была настолько яркой, что ее было видно невооруженным глазом. Собрав воедино данные с наземных и космических телескопов, астрономы определили, что это был узкий, но яркий луч света, скорее всего, ознаменовавший рождение черной дыры. Этот момент поставил точку в цепи событий, происходивших в ядре крупной звезды, масса которой в 10 раз превосходила массу нашего Солнца. Все звезды светятся, сжигая легкие элементы, например, водород. В самых крупных под действием очень высоких температур эти элементы превращаются в более тяжелые – углерод, кремний и, наконец, железо.
Подобно горячему воздуху в шаре, тепло и свет от этих ядерных реакций создают направленное вовне давление, препятствующее гравитационному коллапсу звезды. В итоге топливо заканчивается. Энергия уходит через звезду в космос. Так не может продолжаться вечно, звезда начинает сжиматься. И когда вес железного ядра достигает 1,4 массы Солнца, она уже не может противостоять давлению, и происходит гравитационный коллапс. В некоторых случаях, когда вещество устремляется к ядру звезды, столкновение порождает мощную ударную волну, которая буквально разрывает звезду на части. По всей нашей галактике разбросаны остатки суперновых звезд. Это видно на снимках, сделанных телескопом Хаббл. Но что происходит с ядрами этих мертвых звезд? Когда крупная звезда взрывается, ее веса достаточно, чтобы расщепить все атомы, находящиеся в ее центре, до ядер. В результате появляется сгусток ультраплотной материи, нейтронная звезда. Чтобы представить себе плотность нейтронной звезды, возьмите гору и сожмите до размеров камешка. Вот такого. Нейтроны способны выдерживать огромное давление. Но если оно достигает критической отметки, они могут превратиться в ничто. Когда это происходит, рождается черная дыра. Черная дыра — это триумф гравитации. Ее масса сосредоточена в одной точке, окруженной черной сферой, которую называют горизонтом событий. Эта сфера — точка невозврата. Любой газ, звезда или планета, попавшая в него, исчезает навсегда. Черная дыра — это область пространства-времени, черная и пустая. Она черная, потому что даже свет не может из нее вырваться, гравитация затягивает его. И пустая, потому что объект или система, благодаря которым она появилась, съежились до точки. Сама идея о том, что черная дыра состоит из очень плотного вещества, неправильна, она неверна. Возможно, она появилась из очень плотного вещества, но его уже нет. Оно было уничтожено. Его не существует. И все же оно оставило серьезное наследство — гравитацию. Согласно Альберту Эйнштейну, гравитация — это не только сила притяжения планеты Солнца. Это искривление пространства и времени, которое ученые называют «пространство-время» под влиянием массивных объектов. Например, планета выходит на орбиту, когда попадает в искривленное пространство, окружающее звезду, подобно шарику в колесе рулетки. Когда масса звезды концентрируется в точке, черная дыра становится проколом в пространстве времени. Когда рождается черная дыра, энергия материи трансформируется в энергию искривленного пространства времени. Энергия переходит из одного вида в другой, но не исчезает. Мы имеем искривленное пространство-время с заключенным в нем колоссальным количеством энергии. С помощью этой энергии черная дыра может действовать на окружающие ее объекты. На нашей планете Земля гравитация — это то, что притягивает все вниз. Столкновение высвобождает энергию с треском. Стуком. Звоном.
Когда материя падает в черную дыру, высвобождаемая энергия может достигать гигантских значений. Мы смотрим, как они действуют в других частях Вселенной. Мы наблюдаем, что вокруг них происходит. Что бывает, когда материя использует этот огромный гравитационный потенциал, крепкую гравитационную хватку, и как это способствует выработке энергии? Подобные энергетические выбросы – одно из свидетельств того, что у черных дыр, известных тем, что они большую часть времени остаются в тени, порой случаются энергетические извержения, которые сделали Вселенную такой, какой мы ее знаем. Ученые идут по следу этой энергии, и она позволяет им приблизиться к сердцу черной дыры. Раньше астрономы считали черные дыры экзотической редкостью во Вселенной, где доминируют звезды и галактики. Из исследований галактик и черных дыр в существенно удаленных частях Вселенной стало ясно, что это не так. Гигантские черные дыры скрываются в пыли и газовых облаках в центрах практически всех крупных галактик. Более того, чем больше галактика, тем больше ее черная дыра. Это говорит о том, что галактика и черная дыра развивались параллельно, воздействуя друг на друга. Чтобы выяснить, какую роль черные дыры сыграли в эволюции Вселенной, астрономы решили воссоздать их отношения с помощью совершенно новой ветви науки. Они используют суперкомпьютеры, чтобы смоделировать историю космоса, в том числе галактик, подобных нашей. Эта модель возвращает нас во время, когда с момента рождения Вселенной прошло всего несколько сотен миллионов лет. Гравитация собирала облака газа в плотные сгустки. Они становились все жарче и жарче, пока не загорались, становясь звездами первого поколения. Жизнь этих звезд была жаркой и недолгой. Всего через несколько миллионов лет они взорвались, как сверхновы. Вероятно, из этих звезд образовалось первое поколение черных дыр. Космолог Тициана Ди Маттео участвует в проекте, изучающем следы первых черных дыр во Вселенной. Ее компьютерная программа показывает, как гравитация влияла на газовые облака, как формировались звезды, галактики и черные дыры. Ее цель — создать виртуальную Вселенную, которая развивается так же, как настоящая, где бок о бок появлялись и росли черные дыры и галактики. Наша галактика, Млечный Путь, находится в тихой части Вселенной. Вокруг нас относительно немного других галактик. Если переместиться на 50 миллионов световых лет, мы встретим скопление в созвездии Девы, где находятся тысячи галактик. Последние данные с телескопов показали, что эта область — лишь часть более крупного образования, напоминающего гигантскую паутину. Чтобы виртуальная Вселенная выглядела так же, Тициане необходимо знать, какие космические условия привели к возникновению черных дыр и галактик. Это очень красивая задача. Мы отталкиваемся от четко определенных условий. Нам известно изначальное состояние Вселенной, что редко бывает в астрофизике, космологии, да и любой отрасли физики. Подробные данные о том, какой была Вселенная в самом начале, появились благодаря орбитальной обсерватории имени Уилкинсона.
была составлена карта интенсивности реликтового излучения, образовавшегося в результате большого взрыва. Астрономы полагают, что в этой карте скрываются истоки паутины, которую они наблюдают в телескопы. Она и стала отправной точкой модели Тицианы. Кроме того, необходимо соблюдать все физические законы, чтобы из этой отправной точки в итоге получилась та Вселенная, которую мы видим сегодня. Тициана запускает виртуальную Вселенную. Она занимает пространство, ограниченное кубом, со стороной 100 миллионов световых лет. Результат — сложная космическая сеть, где гравитация собирает материю в нити и узлы гигантских размеров. В тех местах, где нити сливаются, начинают появляться галактики и черные дыры. Все это вещество позволит черной дыре расти. Облака газа, которые попадают в галактику, а оттуда в ее центр, подпитывают черные дыры, находящиеся в центре. И они растут с очень большой скоростью. В этой модели кружками обозначены возникающие черные дыры, соответствующие данным. Тициана выяснила, что по мере того, как эти черные дыры набирают массу, гравитация притягивает их к плотным областям, и некоторые из дыр становятся более крупными, чем остальные. Как эти избранные черные дыры так быстро растут? Космическая рентгеновская обсерватория Чандра недавно обнаружила в центрах далеких галактик то, что может дать ответ на этот вопрос. Эти снимки демонстрируют уникальное открытие. Пара реально существующих гигантских черных дыр, по мнению астрономов, начала танец смерти. В большинстве случаев они просто вращаются рядом друг с другом, как и планеты, вращающиеся вокруг Солнца. Это может продолжаться миллиарды лет. Чтобы стать больше, одна черная дыра должна притянуть другую настолько близко, чтобы поглотить ее. Альберт Эйнштейн показал, как они это делают. Он предсказал, что когда два массивных тела с ускорением движутся рядом друг с другом, пространство-время рядом с ними может искривляться. Напоминает камень, брошенный в воду. Часть энергии столкновения передается волнам, которые расходятся по поверхности от точки соприкосновения. Точно так же мощнейшее столкновение черных дыр породит волны, гравитационные волны, которые прокатятся по Вселенной. У вас есть два торнадо. Они сталкиваются, и вы хотите узнать, что с ними произойдет, если они будут состоять не из воздушных вихрей, а из вихрей искривленного пространства и времени. Эта модель показывает, что происходит, когда две черные дыры сближаются, они превращают пространство в бурное море гравитационных волн. Эти волны уносят энергию с орбиты. Это позволяет паре черных дыр притягивать друг друга и сливаться в одну. Мы возвращаемся на полжизни Вселенной назад. Все эти черные дыры поглощают огромное количество газа. Это золотой век черных дыр, время образования большинства из них. Причиной является то, что в это время во Вселенной происходят крупнейшие слияния. Эта модель показывает, как похожая на нашу галактика могла обрести современный вид в серии слияний и столкновений. Сначала гравитация стягивает осколки звезд и газ. Более крупное скопление притягивает еще больше вещества. На самом деле во Вселенной очень много галактик, которые разрывают друг друга на части и сталкиваются. В
хаосе каждого нового слияния, очередная жертва оказывается в пасти растущей черной дыры. В самых богатых крупными объектами областях Вселенной небольшому количеству этих монстров удалось вырасти до таких гигантских размеров, что мы с трудом можем их себе представить. И все же в результате этого процесса Вселенная и даже Земля стали такими, какие они есть сегодня. Астрономы долго не могли определить происхождение ярких вспышек света из глубин космоса, называемых квазарами. Со временем они связали их с исходящей из центров галактик энергией и растущими черными дырами. Но как может то, что не излучает свет, так ярко сиять? 2 минуты. В попытке разгадать эту тайну, ученые собрались около космического центра имени Кеннеди во Флориде. 80 секунд. Приготовились. На ракете, стартующей неподалеку, находится космический зонд нового поколения. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Пошел. Ноль. Взлет ракеты «Дельта» с гамма-телескопом на борту подтвержден. Космический гамма-телескоп «Ферми» является частью проекта, цель которого — определить роль черных дыр в формировании Вселенной. Пошел. Давай. Да. Прощай. Поймаем тебя с другой стороны. Сама мысль о том, что мы, стоя на этой планете, в нашей крошечной части галактики, имеем возможность оглянуться и сделать значимые измерения, в теории понять необъятную Вселенную, частью которой мы являемся, меня завораживает. Все человечество может по праву этим гордиться. Черные дыры, которые интересуют Стива Ритца, работающего в рамках проекта, и его коллег, одни из самых крупных. Считается, что энергия, которую они выделяют, образовалась в периоды быстрого роста, в неспокойные для галактик времена. Миллиарды лет назад, в тех областях Вселенной, где было много материи, гравитация притягивала галактики друг к другу и сталкивала их. В центре вырастала большая галактика, и когда на нее обрушивалась другая галактика, масса материи устремлялась в черную дыру, находившуюся в ее центре. Такая черная дыра могла вырасти до размеров в несколько миллиардов раз превышающих размеры нашего Солнца. Период быстрого роста, через который прошли черные дыры, особенно ранние, это событие редкое. Не везде во Вселенной, особенно когда она была еще молода, находились столь существенные запасы газа, которые могли поддержать быстрый рост черной дыры. Когда сверхмассивная черная звезда растет, она неизбежно выплескивает энергию в космос. Подтверждение тому можно увидеть на этих снимках с телескопа. Это мощные струи энергии или джеты, выходящие из центра галактики и часто простирающиеся на десятки тысяч световых лет. Такие выбросы могут иметь огромное влияние и на свои галактики, и на более удаленные объекты. Исследуя скопление галактик в созвездии Персея, рентгеновская обсерватория Чандра обнаружила 2 огромные горячие полости в окружающем их газовом облаке. Причина их появления, как полагают ученые, струя радиации из гигантской центральной галактики.
Вырвавшись на свободу, струя порождает мощную ударную волну, которая выталкивает огромное количество газа за пределы центральной области. Без этого газа не могут формироваться новые звезды. Это объясняет тот факт, что в крупнейших галактиках находится множество старых звезд, скорее всего, сформировавшихся до того, как их черные дыры начали извергаться. В то же время струя из черной дыры может снабжать прилегающие области тяжелыми элементами, необходимыми для формирования солнечных систем и планет, подобных нашим. Мы видим, как эти струи частиц уходят за пределы галактики, и они являются загадкой для нас. Ведь когда они направлены в нашу сторону, мы регистрируем мощные потоки гамма-излучения. Телескоп Ферми присоединился к растущему флоту космических обсерваторий, способных улавливать рентгеновское и гамма-излучение от этих струй. Это похоже на исследования, проводимые криминалистами, которые по пулям пытаются определить, из какого пистолета они были выпущены, где находился пистолет, каковы были свойства пороха и так далее. В нашем случае пистолет — это загадочная область искривленного пространства-времени, черная дыра. Но что позволяет пистолету стрелять и создавать струи? Черная дыра обладает одним свойством. Когда она вращается вокруг своей оси, как наша Земля, она увлекает за собой пространство, как воздух в торнадо, все быстрее по мере приближения к ее горизонту, ведь воздух в торнадо тоже движется тем быстрее, чем он ближе к центру. В наш космический торнадо, черную дыру, газ и звезды затягивает по сходящейся к центру спирали. Это круговое движение генерирует магнитные поля, которые искривляются, когда материя попадает внутрь. Эти поля направляют часть поступающей материи в пару мощных струй излучения. Мы можем извлекать ее, вращательную энергию черной дыры. Вернее, природа может. И этой энергии гораздо больше, чем можно получить в процессе сжигания всего ядерного топлива в звездах. Уравнение Альберта Эйнштейна описывает источник этой невероятной энергии — искривление пространства на границе черной дыры. То, что мы можем узнать благодаря этим уравнениям, не ограничивается горизонтом событий. Они дают нам возможность в теории попасть внутрь черной дыры. Скорее всего, нам никогда не удастся проверить, как эти уравнения работают на практике. Будущий исследователь, жаждущий получить новые данные, испытает судьбу, приблизившись к черной дыре. Если этот монстр, эта сколлапсировавшая звезда, масса которой в несколько раз превышала солнечную, ее гравитация резко усилится, нос корабля будет притягиваться настолько сильнее, чем хвост, что его разорвет на части. А вот в супермассивную черную дыру путешествие окажется более плавным. Это происходит именно благодаря ее гигантскому размеру. Что вы обнаружите, если вам все-таки удастся попасть в самое загадочное место во Вселенной? Эндрю Гамильтон, профессор астрофизики, выясняет, что происходит с материей, попадающей в черную дыру. Используя уравнение Эйнштейна, он и другие ученые пришли к выводу, что падение в черную дыру похоже на движение по бурной реке через водопад.
подобно космическому обрыву. Внешняя область черной дыры, горизонт событий — это то место, где в дыру устремляется само пространство. Что мы имеем в виду под космическим падением? Если поместить в космос два объекта, они будут определенным образом перемещаться. А если их поместить рядом с черной дырой, то, приблизившись к горизонту, они должны будут развить скорость света лишь только для того, чтобы остаться на месте. В противном случае они провалятся внутрь. Если черная дыра вращается, то в центральной ее части находится так называемый внутренний горизонт. В случае, описанном только уравнениями Эйнштейна, объект может вращаться так быстро, что его отбрасывает в сторону. Если внутри черной дыры ничего нет, помимо самой структуры пространства-времени, то нет никакого противоречия в том, что пространство падает в нее, разворачивается и снова выходит, потому что пространство нематериально. Оно вполне может проходить сквозь себя. Как река, которая срывается со скалы, ударяется о камни и снова устремляется вверх. Это странный мир общей теории относительности. Вы попадаете в место, где пространство падает быстрее, чем свет. Оно разворачивается и выталкивает вас наружу со сверхсветовой скоростью. Представьте себе космический корабль, отправляющийся в эту неразбериху. Если вы переживете вхождение в горизонт событий, то ваша скорость многократно увеличится. Вы будете плыть по течению. На горизонте достигнете скорости света. Вы все еще будете видеть внешний мир, даже оказавшись внутри горизонта, но вас никто не увидит, ведь пространство падает быстрее, чем свет. Чтобы понять, что происходит внутри, Гамильтон ввел уравнение Эйнштейна в проект, цель которого — создать модель внутреннего строения черной дыры. Так близко к черной дыре можно подобраться на космическом корабле, движимом исключительно математикой. Пройдя горизонт событий, мы приближаемся к центральной зоне. Затем нас выбрасывает в некий космический тоннель, называемый червоточиной. В конце этого тоннеля мы пересекаем так называемую белую дыру. Подобно героям научно-фантастического романа, мы оказываемся в другом месте и времени, возможно, в другой вселенной. Этот загадочный тоннель существует лишь в теории. В реальности он в таком хаосе не смог бы сформироваться. В тот момент, когда вы вводите в эту модель любое вещество, то, что проваливается в дыру, начинает сталкиваться с тем, что вырывается наружу. Это неистовый, хаотичный вихрь в глубине черной дыры. В случае с водопадом эта зона столкновений расположена в том месте, где вода ударяется о скалы и отскакивает навстречу падающему потоку. Здесь возникает хаос. Никакого порядка нет и в помине. В черной дыре зона столкновения — это внутренний горизонт, где водоворот материи охватывает центральную зону. Это конец пути для космического корабля. Он моментально испаряется. Главное свойство области, примыкающей к внутреннему горизонту, заключается в том, что потоки энергии здесь проходят сквозь друг друга. И это происходит с очень большой скоростью. Эти противоположно направленные потоки материи начинают расти, а вместе с ними и сила притяжения, которая, в свою очередь, заставляет потоки нестись сквозь друг друга еще быстрее. В
В том мире, который мы знаем, энергия, высвобождаемая гравитацией, быстро рассеивается. Что бы ни упало, оно переходит в состояние покоя. Внутри черной дыры энергия не рассеивается. Вместо этого она накапливается, пока не доходит до состояния, называемого планковской плотностью. Чтобы понять, что это такое, представьте, что всю материю, которую мы видим в телескопы, все триллионы триллионов звезд во всех галактиках Вселенной сжали. До размера стеклянного шарика. Хотя нет, не останавливайтесь на этом. Сожмите ее до размеров атома. Это и будет планковская плотность. Такая плотность характерна для черной дыры. Это самое ужасное место в нашей Вселенной после Большого Взрыва. Температура в этом случае становится в триллион триллионов раз больше, чем в ядре нашего Солнца. Сложно себе представить, какой разрушительной силой будет обладать выброс этой энергии. К счастью, сильнейшая гравитация удерживает ее в пределах горизонта событий черной дыры. Несмотря на бушующие внутри нее силы, гигантская черная дыра в нашей галактике считается относительно тихой. Неужели она успокоилась? Или энергия искривленного пространства около ее горизонта событий каким-то образом сможет вырваться на свободу? Астрономы полагают, что самое страшное еще впереди. Галактика-туманность Андромеды расположена на расстоянии 2,5 миллионов световых лет от нашего Млечного Пути. Ученые рассчитали, что она движется в нашу сторону со скоростью более 322 тысяч километров в час. Ей понадобится около 5 миллиардов лет, чтобы добраться до нас. К этому времени наше Солнце состарится, раздуется до гигантских размеров и сожжет Землю. Но гораздо более масштабная галактическая катастрофа еще впереди. Модель столкновения Андромеды и Млечного Пути рисует наиболее вероятную последовательность событий. Сначала они приближаются друг к другу. Взаимное притяжение разрывает обе галактики. По мнению ученых, наша Солнечная система вполне вероятно окажется вдали от эпицентра столкновения. Когда галактики наконец успокоятся, две изголодавшиеся супермассивные черные дыры в их центрах начнут по спирали приближаться друг к другу. Из этого хаоса появится новая черная дыра еще больших размеров. Будем ли мы свидетелями ее рождения? Астрономы, строящие гипотезы о продолжении эволюции нашей галактики, задаются вопросом, останется ли материя и энергия в центральной черной дыре навечно? Или черная дыра, как все остальные космические тела, подвержена разрушительному воздействию времени? Мы живем в то время, когда большая часть энергии Вселенной производится звездами. Через триллионы лет все топливо звезд будет сожжено, и они погаснут. Самые крупные звезды устремятся к центрам галактик, где их проглотят сверхмассивные черные дыры. Вселенная начнет разрушаться, и наступит эра умирающих звезд и черных дыр, которая будет продолжаться очень долго.
В далеком будущем звезды нашей Вселенной выгорят и превратятся в нейтронные звезды, белых карликов и черные дыры, которые начнут сливаться друг с другом, образуя более крупные черные дыры. Со временем большая часть вещества галактик провалится в эти черные дыры, и они станут последними бастионами Вселенной. Сколько они просуществуют? Ответ на этот вопрос может дать теория, предложенная космологом Стивеном Хокингом. Стивен Хокинг применил к черным дырам законы квантовой физики и предсказал, что они не будут черными. Они будут светиться тепловым излучением и достаточно ярко. А если они будут излучать тепловую энергию, она ведь должна откуда-то браться. Хокинг утверждал, что источником энергии станут крошечные частицы, появляющиеся из космического вакуума на границе с горизонтом событий. Некоторые из этих частиц потоками разлетятся прочь от черной дыры, забирая крошечную долю ее массы, подобно воде, испаряющейся с поверхности океана. Со временем это излучение будет набирать силу, и черная дыра начнет уменьшаться, пока, наконец, не взорвется. Когда погибнет последняя черная дыра, Вселенная, которую мы знаем, перестанет существовать. Как нам выяснить, верна ли эта теория об испарении черных дыр? Если в момент большого взрыва образовались черные дыры массой, скажем, с гору Эверест, они должны были бы к настоящему моменту взорваться, и астрономы ищут некий электромагнитный импульс, связанный с этим процессом. Пока ничего не нашли. Возможно, появились новые способы зарегистрировать испарение черной дыры. В струях или джетах, выходящих из черных дыр, частицы разгоняются почти до скорости света. Эти частицы или космические лучи врезаются в атмосферу Земли с выбросом энергии, достаточной для образования миниатюрных черных дыр. Эти мини-монстры моментально распадаются дождем частиц. Их очень сложно изучать. Почти готово. Излучение хорошее. Что если можно было бы устраивать достаточно мощные столкновения в земной лаборатории и создавать черные дыры в контролируемой среде? Если бы мы могли наблюдать за их исчезновением, это дало бы нам шанс предсказать будущее космических черных дыр. Начинаем подготовку. Мы надеемся, что, взяв два заряженных, очень быстро движущихся протона и столкнув их, можно получить достаточное количество энергии, сконцентрированное в достаточно маленьком пространстве, чтобы получить условия, при которых образуется черная дыра. Эти черные дыры будут очень маленькими, но очень горячими, и поэтому они мгновенно себя испарят. 1,2, 1,3, 10 к 9. Все показатели в норме. Начинаем. Физики Брукхейвенской национальной лаборатории в штате Нью-Йорк используют сложную технологию. Выстреливают атомами золота в разных направлениях внутри гигантских тоннелей длиной 4 километра. Атомы разгоняют почти до скорости света. Когда они сталкиваются, появляется вспышка. Специальные датчики регистрируют выплеск субатомных частиц, раскаленную массу глюонов и кварков. Мы должны создать температуру, соответствующую 2 триллионам градусов Цельсия. Это в 100 тысяч раз больше, чем в центре Солнца. Это горячее, чем взрыв суперновой. Больше, чем на поверхности черной дыры, горячее нейтронной звезды. На самом деле мы полагаем, что нигде во Вселенной уже нет таких температур. Она была в течение 1 миллионной доли секунды после большого взрыва. Они как будто обращают время вспять. Мы оказываемся в том периоде, когда Вселенная была невероятно горячей и плотной. Кажется, что создание черной дыры потребует еще больше энергии.
больше, чем способен дать любой земной ускоритель. Если, конечно, наша Вселенная и гравитация не сложнее, чем мы думали. Эффективность инжекции неплохая. Орбита выглядит неплохо. Общая теория относительности Эйнштейна встречается в любом учебнике. И мы дали обет ее защищать, но было бы опрометчиво заявить о том, что это последнее слово в изучении гравитации. И, конечно, существуют альтернативные теории, и некоторые довольно популярны. Согласно этим нестандартным теориям гравитации, можно создать черную дыру, сталкивая субатомные частицы. Некоторые ученые полагают, что могут создать черную дыру с помощью более мощной системы, построенной в Европе, Большом адронном коллайдере. Вопрос в том, является ли наш мир частью более сложной космической реальности, выходящей за пределы трех пространственных измерений и времени, действию которых мы подвержены в повседневной жизни. Если да, то мы будем напоминать насекомых, живущих на двухмерной поверхности пруда, не догадывающихся о существовании сложного подводного мира. Возможно, мы тоже живем на поверхности пруда, занимаемся своими делами, не осознавая, что под водой может, скажем, проплыть рыба и вызвать колебания воды, которые затронут и нас. Мы чувствуем, что это происходит, видим, как Вселенная вокруг нас меняется, оглядываемся в поисках причины, но не можем ее понять. Смысл в том, что одно из этих дополнительных измерений может оказаться незаметным на первый взгляд. 10-12π. Okay. Есть. Когда быстро движущиеся частицы сталкиваются, по мнению некоторых ученых, дополнительную гравитацию, необходимую для создания микроскопической черной дыры, можно получить из дополнительного измерения. Ученые узнают о рождении черной дыры, когда увидят поток частиц, предсказанный теорией Хокинга. И на какое-то мгновение это позволит нам приоткрыть завесу над более глубокой космической реальностью. Сам факт того, что мы можем хотя бы одним глазом заглянуть в это таинственное царство, говорит о том, насколько продвинулись исследования черных дыр. Теории Эйнштейна показали, как черные дыры способны генерировать немыслимое количество энергии, как они заставляют Вселенную дрожать, искривляться и закручиваться в узлы. Главное открытие науки нашего времени заключается в признании того, что черные дыры вносят огромный вклад в эволюцию Вселенной. Если окажется, что срок их жизни все же ограничен, их смерть ознаменует конец нашей Вселенной. По некоторым оценкам, самые крупные черные дыры просуществуют Google, то есть 10 в сотой степени лет, плюс-минус сотня нулей. Это непостижимо долгий промежуток времени, но он гораздо короче вечности. Вполне возможно, обратный отсчет для нашей Вселенной уже начался, а закончится он, когда взорвется последняя черная дыра. На русский язык фильм озвучен кинокомпанией «Селена Интернешнл» по заказу телевизора.